su tu. Потім засідав, так? Публікація інформації про особу, за його згодою. Він надавав згоду. Його питали, хоча запитали? Ні. Яка ціна його подальшого пояснення про такого? Яка ціна? А можна запитання? Я помилу пояснив межі. Так? Межі. Межі. Воно може бути відкрите. Воно може бути закрите. А оця інформація для службового користування. Знаєм, що робити? Про засоби і методи. З нею що робити? З розголошенням державної таємниці. З нею що робити? Ну за будь-які обставини. За будь-які обставини. На відкритому судовому засіданні нікому не дозволено стояти на голові. Правда? Правда. Чому? Тому що нагадую, тому що це заважає. В будь-якому випадку заборонено робити те, що заважає суду виконувати його функцію. Прирікатися не цікаво. Не цікаво прирікатися. Пропозиція полягає у тому, щоб знайти консенсус. Ссылались на одни законодательные акты, но вы же знаете, что в апреле изменилось законодательство, и теперь действительно лица, присутствующие в зале, так как это открытое судебное заседание, могут зачислить. Европейская конвенция не изменилась. Змены до Европейской конвенции не вносилось. Мы с вами говорили уже на эту тему. Вы смог кто цитаты? Я маю право когось бити. Это не значит, что я маю право бити вас. Я могу договорить? Нет. Нет. У нас не собрание. У нас не собрание. Вы же спросили позицию. Я понял позицию. Я предлагаю найти консенсус. Вот и все. Консенсус базується на том, что людина не может в такой обстановке здійснювати эффективно захисту судей. При присутствующих подключенном диктофоне вы имеете в виду? Да. Про все остальное уже докажу. За присутствующих можно как-то, но диктофоны можно подключать. Как же тогда закон о справедливом суде? Справедливый суд в том и полягает. В том и полягает справедливый суд. Мы с этого привода уже казали. А того разу. Вы все забыли? Мы с этого разу, с того привода казали. Справедливый суд. Суд – это правила игры. Є певні правила гри, є певні правила, які гарантують особу від несправедливого обвинувачення. Так потрібно ж цими правилами не маніпулювати? Смотрите, спорити я не буду ні з ким. Вопрос простой для безобразия. Так же само, как в том заседании. Времени уходит много, дел мало. Так же само, как в том заседании. Либо мы достигаем консенсуса и, наконец, занимаемся делом, и его рассматриваем. Либо мы выносим уповало и все равно занимаемся делом. Хорошо, тогда у нас есть предложение. Мы делаем свою работу, вы делаете свою, как то прописано законом. Ваша работа в данном случае, то, как вы ее делаете, препятствует ему защищаться в суде. А каким? Как ты? Ему препятствует, все. Ему препятствует. Аргументация. Никакая. Ему препятствует. Подсудимому можно все. Потерпевшему можно все. Сторонам по делу можно все. Вы сейчас себя слышите? Слышу. Стороны по делу имеют право самостоятельно реализовывать свои права. Стороны. Это стороны означает. У меня состязание.
сторон была возможность состязаться. А общественность хочет контролировать и... Выбачьте, покажите мне у сиюми книжки право громадскости. И взагалі такий суб'єкт, як громадськість. У мене в процесі є обвинувачені, потерпілі, свідки, експерти, спеціалісти, прокурор, ой, вибачте, прокурора забув. Геть забув. Прокурор в мене є, спеціаліст в мене є. А громадськості нема. Немає такої сторони. Вот вы сейчас опять забираете время, вместо того, чтобы просто продолжить слушание. Я не могу продолжать слушание, оскільки особа заявила клопотание. И кажется, что она не может защищаться. Вы закрываете судебное заседание? Я никому ничего не закрываю. Смотрите, я уже на украинском языке. Я уже на украинском языке, я уже на русском языке. На каком языке еще сказать? Или мы достигнем консенсуса, или я приму решение. Мне все. Решение какое? Я не знаю, какое посчитаю нужно, такое я не могу. Лиза нам закон. Пишите. Можно? Что-то он? Ну? Ну, вы сказали просто, что подсудимый говорил это суду, а не общественности. А вот он же является депутатом городского совета. В тот раз мы говорили, в данном случае у него специальный статус. Він є обвинуваченим. Я можу наводить параллели и бесконечное число. Мало что, люди рассказывают врачам. Даже если они депутаты городского совета, это не значит, что на прием у врачей известных специальностей можно поставить фотоаппарат. Доступно? Думаю, да. Его выступление на сессии городского совета транслируйте как угодно.